Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1506. События дня. Евангелие от Иоанна 13:13. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то за 26 января 2020 года. И обращение о помощи Игорю Комбайн. Кто-то бы помог приобрести. Это было дело. Выставляем ролики о нем, хозяйство как ведет. Вчера занятие было по таким названиям. Прошлое, это воскресенье вчерашнее, умер Чаплин Всеволод. Событие. Известный был человек, и все. Я три ролика выставил, которые раньше были мной написаны о нем. Да простит ему все Господь. Теперь ему ничего не надо. 51 год жил всего. На 30 лет меньше меня. Излишний вес. Думаю, большую роль сыграл здесь. А может, еще где-то допускал до себя переживания. Должность потерял. Что-то такое было. Пока не знают, что. Ну, не отравили же его.
Вот видишь как. И вот я три ролика выставил при жизни его. Это было в 14 году. В 14, уже 6 лет прошло. Вот так. В 15 году. И тут мои тоже. Посмотреть можно. Что здесь? Бог отделяет верных. Стихотворение сегодня разослал. Вот, можете посмотреть, Ну что, как всегда, в 4:40 встали, я встаю раньше на 2 часа или на 3, ну и раньше ложусь. Богослужение, литургия была, вчера отмечали День общины, 29 лет общины и 19 лет, как стали отмечать. Ну все, записали собрание-то. Раз записали, там можно посмотреть собрание на нашем YouTube-канале. «Во свете Библии, открытым оком», Игнатий Лапкин. Ну, после этого трапеза, прошли занятия, потом еще занятия по интернету. Ну и, как всегда, кормлю голубей, воробьев тут, жуланов.